Сегодня ночью в центре Тюмени обрушилась часть дома. На улице Индустриальной обвалилась стена двухэтажного строения. Как удалось выяснить нашим корреспондентам, дом уже давно имел статус аварийного и был расселен под снос. В результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее, территорию вокруг оцепили. На месте работали специалисты из МЧС, скорой помощи и полиции. В скором времени дом будет окончательно снесен.